Всем привет! Вот такая вот нам посылка пришла на этот раз. Немного, правда, нам вот тут вот порвали. Но это ничего страшного. Внутри находятся кроссовки, которые мы заказывали в Китае за достаточно дешевую цену. Ну, хотя все относительно. У нас, наверное, китайские тоже стоят дешево. Так что давайте посмотрим, какие нам пришли. Я так понимаю, без коробки, просто пакетики упакованы. Пахнет, я вам скажу, резиной. Достаточно сильно пахнет резиной. Просто ужасно пахнет резиной. Внешние кроссовки очень хорошие, мягкие, внешние симпатичные. Вот такой вот значок. Я так понимаю, это за Коспа все снимают. Также вот тут написано 3.0. Наверное, подошвы вот эти 3 сантиметра. Вот такие вот кроссовки. Ну, внешне очень аккуратно сделано. Все проклеено, прошито. Клея нигде не видно. Но здесь будет долго держаться. Кроссовки достаточно легкие, даже для бега, для занятий спортом. Я думаю, человеку, которому мы привезли, очень понравится. Также давайте вытащим внутри подкладку. Посмотрим, как они хорошо загибаются. Это резина. Поэтому в них будет удобно заниматься спортом, бегать, прыгать. Все, что необходимо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!